Приготовим фаршированные баклажаны. Для приготовления блюда нам потребовалось фарш индейки и говяжий фарш, баклажаны, томатная паста, нашинкованная морковь, пол чайной ложки сахара, соль со специями, соевый соус, чеснок, лук, перец, растительное масло, кориандр и палочки для суши. Очищаем баклажаны от плодоножек. Делим пополам и при помощи палочек для суши режем, как показано на видео. Затем укладываем в подсоленную воду на 15 минут, чтобы убрать горечь. Очищаем чеснок и приступаем к приготовлению начинки. Смешиваем два вида фарша. Добавляем соль со специями. Выдавливаем чеснок, а затем все тщательно перемешиваем. Кстати, вы можете приготовить начинку по своему вкусу. Далее чистим лук и нарезаем его полукольцами. Нарезаем 4 зубчика чеснока и приступаем к приготовлению соуса. В разогретое растительное масло кладем нарезанный чеснок и как только он начнет подрумяниваться, добавляем лук, а затем и морковь. Немного припустив овощи, укладываем нашу томатную пасту и жарим 5 минут. После этого добавляем соль, сахар, перец, соевый соус, кориандр и 2 стакана воды. Пока соус тушится, мы соберем наши ракушки. Обязательно сохраните это видео, чтобы вернуться к рецепту в нужный момент. Ракушки укладываем в сковороду и осторожно поливаем их сверху соусом. Затем накрываем крышкой и тушим 20 минут на медленном огне, после чего можно приступать к дегустации. Приятного аппетита! Это божественно! Попробуйте, вкус великолепный просто. Мне очень нравится, очень вкусно. Подписывайтесь на канал Инфоняк, чтобы не пропустить новые полезные видео.